Так, так, так. Всем здорово, ребята! С вами Витёк, и это снова Саус Парчина. Ну, вместе тут я, конечно же, куда же без него. Он же на каждой превьюшке появляется. Опять я здесь, прикиньте, затянуло. Ну, прежде чем совершенно затянуться туда внутрь, должен ответить на ваш самый популярный вопрос. Как это я запустил? Все очень просто, ребят. Я скачал эмулятор андроида. Вы можете его тоже скачать по ссылке в описании, там внизу есть. Что? Как? Почему? Вот, Nox Player 5 версия. Почему именно он? Я вам честно скажу, я пробовал другие эмуляторы, только этот эмулятор смог просто скачать. У других эмуляторов даже не появляется South Park. Вот, ну и плюс здесь в настройках я поставил скоростной режим. 60 FPS вообще идеально работает. Без подлага, без всего, как будто вот прям на своем телефоне и пошу. Вообще отлично играется. Я не ожидал, что настолько качество классное получится. Другие эмуляторы, ребят, я пробовал. Реально там даже скачать невозможно игру. Так что вот так. Все, все рассказал. Теперь можно и взяться за игру. Как помните, мы с вами закончили... Что такое? А, кстати, я вам не рассказал. Смотрите, что можно делать. Можно тыкать по Картману. А! Ну что такое-то? Кто меня избивает? Эй, говорит. Хватит! Перестань! Ну так, ну просто побаловаться можно. Ладно. Давайте вскроем бесплатный набор карт. Чик, чик, чик. Пу. Ничего, ребят, не выпадает. Я уже жаловался ребятам своим в клане, что куда-то пропал дроп легендарок, скажем честно. Ну, любому, знаете, здравоиграющему человеку в эту игру хочется легендарку. Честно. У меня уже 9,5 уровней. Между прочим, я вас научу, как уровень быстро качать. Нужно прокачивать магии. Не стоит никаких деталек, просто деньги и карточки. Баснословное количество идет опыта. Так что пользуйтесь. Вот. И, в общем, уже 9,5 уровень. Там 29 щит я поднимал. Сейчас, по-моему, 27, я не помню конкретно сколько. И все, я упираюсь в ребят, у которых 2-3 легендарки на заходе. И я не знаю, что с ними делать, честно. Они неубиваемые. Ну, мы с вами все равно попробуем. Не, некоторые убиваемые, ребят. Но это те, которые не умеют играть. Если они нормально более-менее играют, ничего с ними не поделаешь. Ну, фиксим. Мы с вами, во-первых... О, боже мой. Какое-то предложение. Мы с вами, во-первых, сейчас пойдем немножко по ПВЕшимся. Ну и по ПВПшке тоже, конечно, придется. ПВП нужно сделать. А, 28 у меня щит, как видите. А я пришел посмотреть еще вот... О, цифровой стенд в продаже. Боже мой, наконец-то. Наконец-то ты у меня появишься. Я даже 700 билетов потрачу. Фиг с ним. Он должен у меня появиться. Правда, у меня теперь денег нету. Ну ладно, я сейчас переведу все билетики оставшиеся. Ну 500. 500. Наконец-то у меня цифровой стенд появился. Теперь осталось коробочного Картмана найти, ребят. Как только я его найду, тогда наконец-таки у меня появится колода. Я хочу собрать себе оранжево-красную колоду. Там есть нормальные карты из классной короды у меня уже. У меня танка нету в оранжевой, понимаете? В красной нет танка, и в оранжевой нет танка. Поэтому я не могу такую колоду собрать. Вот так сейчас моя выглядит колодка. Так, а вместо чего бы тебе поставить-то цифровой стен? Я вот, может, Клайда с крюком вообще отправить куда-нибудь? Как по мне, Клайд чужой даже повеселее как выглядит, чем Клайд с крюком. Во-первых, его проще прокачивать. Его главное отличие от того Клайда, он не кидает своего воробья, свой плевок в базу. Потому что тот меня постоянно в базу заряжает. Этот 100% по юнитам кидает, и это его большой плюс, между прочим. Я, наверное, тогда пока на чужом остановлюсь, а вот Клайда с крюком я заменю на цифрового Стена. У меня больше Стенов-то и нету, да? То есть у меня теперь пересечений даже не будет, супер. Я его тут же прокачаю. Нехило прокачивается еще так. Но вот это можно было не прокачивать, если честно. ХПшечку дали ему. Все, уперлись, ребята, в потолок.
сожалению. Но уже неплохо. 229, 50 атака. 50 атак, хорошо. Ну, главная билка на заморозку. И всего лишь за 3 энергии. Нет, я считаю, это очень крутая карта. Посмотрим, как это будет работать. А давай сейчас попробуем эту колоду и затестить сразу в PvP-шке. Нужно будет сразу 3 PvP боя сделать. Ух, нифига себе, кого нам дали. 25 уровень, 7. Странно. С чего он начинает? С Кайла? С вертолетчика? Я в шоке, что мне делать? Ну, давай так сделаем. We can do this. Что ты наделал? Погоди, я что-то растерялся. Я что-то не ожидал такой решительности от парня. Честно. Нет, только не он. Пипец, он меня вынес, а? Хитрожопый какой. Ладно, ладно, сейчас моя очередь. Чё ты там? Так, Дакпу или Клайд? Дакпу давай, в атаку. Ой, башкан идет. На башкана своим башканом снять. Ой, зря кинул, и так была победа уже. Профукал только. А, не профукал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, дойди. Хорош. Ах, жалко, не пару ударов. С двух ударов он бы окочурился. Нормально идет. Ну, слушайте, у него уровень вообще никакущий. Чем мне его подсунули-то? Я вообще в шоке. Ну, давай большого сделаем сюда. Оп, не ожидал, да? Закидывай его пончиками. Хорош. Так, Клайд чужой. Ты что сидишь? Кого, интересно, кинет? Ближнего кинул. Принимай. Пынч. Четвертый уровень, ребят. Помните, я его прокачал в прошлый раз? Вообще бомба. Так, здесь нужна Венди. Венди, стреленди. Здесь маленькая. Чик. Ай. Мочат. Ах, не успел стрельнуть. Отвлекся. Жалко, что отвлекся. Ух, елки-палки. Ливень. Срочно ливень. Нужен ливень. Боже мой, нет, только не... Да, а, ну ладно. Сойдет. Все, я выиграл. Что-то напряженно как-то, я растерялся. Я с самого начала растерялся. И чуть не поплатился за это. Парень-то агрессивный оказался. А ничего, победа. ничего, ребят. Я просто давно не играл. Плюс еще этот цифровой стенд, я пока думал, куда его воткнуть. Ладно. Терренс. Ничего интересного, естественно, нету. Но я ничего интересного и не достал. Да не буду я даже деньги тратить, чтобы пытаться что-то еще достать. И 29-10. Ну, в отместку. Мне теперь посильнее парня дали. Ладно, будем терпеть. Хорошо, размяли шею. Что ты нам дашь? Ничего, а вот так что ты сделаешь? Прощупали немножко парня. Сидит. Ого. Так. Толстый. Нормально рубаем там всех. Ставим Кайла. Чуть он там стреляет только 57 раз. Только не в Кайла. Ладно, так можно. Цифрового дога. Дога давай, дога пу и пыщ. Мочи их усиленно. Чик.
Нормально, пробили. Чужой, цифровой давай. Цифровой в атаке. Док-фу. Черт, он же больно бьет. Давай, ультуй там, быстрей. Пыщ! А чё я усилил-то? Парни усилил, ладно. Ну, чё-то как-то в никуда. Ладно, ждем. Ждем. Пинч! Блин, меня пробили! Мамочки! Убивают! На! Добей его, отлично. Отлично, он мне еще дал, кстати. Хоп! Еще разок. Хоп! А еще разок сможешь? Yeah. Отлично, ребят, мы его пробили. У нас еще и маны дофига. Это хорошо. Так, Венди сосенди. Цифрового. Не, давай снижим повреждение. Воу. Нехило. Вот про это я и говорю. Этот попугай всегда летит в непонятно куда. Кого ты послал мне? Стоять! Эть, поймал! Вот так вот, киборги! Ну и маленькую вальну, паразит. Ну ладно, это наше. Это наше опять. Это наш замес! На! Слушай, а уже и время кончилось. Вот так вот, ребятки. Сила! Хыч! Уже прям поперло, а? Как же мне хочется картонного Картмана, ребят. Я еще более крутым стану. Руку бы взять, кстати. Я попробую. Не получилось. Не, ну за пятерку я не буду пытаться руки вынимать. Новый друг против нас играет, ребятки. Ну давай посмотрим, на что ты способен, на что я способен. Что это? Ах, вот ты как, да? А я вот так, смотри. Не того поставил. Ладно. Кто-то там орёт. Давай, мочи их. Давай всех мочи. Ау. Мочи! Черт, не успел. Ай, нос чешется, к чему бы это? Что это он сделал? Захилился? Ой. Че? Видать, не ту магию прожал или что? О, отлично. Это теперь наш парень. Хе-хе, в атаку! Бум-бум-бум. Давай, взрывай его быстрее. Отлично. Еще подамаш его, правильно? Твой же чувак. Так, что-то у нас как-то танков никаких нету. Вот, полутанк есть. Заморозь его! Что так долго замораживал-то, а? Звуки здесь классные все-таки. О, во! Как раз. Вот этот топчик против танка его. Есть еще заморозка, не? А если найду? Нету. Понял тебя. Терпим. Ну ладно, не психуй, ты уже все сдох. Ну, посмотри, пытается воскресить его. Молодец, не сдается. Тихо. Вот ты жахнул, а?
Ты смотри. Мипию. Птичка. Давай, мочи их. Стоп. Хорош. Тихо. Куда ты подходишь? Зачем она пошла вперед вообще? Ультуй. Ультуй. Ультуй, Викворень. Сиди там. Да ладно, побед все равно наша будет. Че ты? Перестань. Фух, напряженно было, я вам так скажу. Очень напряженно. Ничего. Более-менее справились. Главное, продавили один раз. И на этом как бы и остановились. Да. Ну давай посмотрим, что мы там с вами заработали в PvP-наборчике. PvP-наборчик. Скрывайся. Магический фолиант, перо. Дзен Картман, так. Стэн Великий. Я... Картман, стрелок. Ничего интересного, ребят. Вообще ничего интересного. Я так надеялся на легендарочку. Ну давайте, ребятки, продолжим. Давайте продолжим наше путешествие. Пятый эпизод. Кибернетическая командная комната. Я вот тут подумал, наверное, зря я пошел ПВП сделал, потому что здесь же будет парень, который скажет, сделай ПВП. И ты не пройдешь никуда. Ну ты же номер, а? Ну ладно уж. Сделал так сделал, зато повеселился. Что тут нам будет? О, цифровой. Я узнаю его по рогалику в руках. Руки тут продают нам. Зайдем посмотрим. Keep out. Хыч, смотри, кто у меня есть. Так, сзади атака. А что, вообще даже без текста, без всего, да? Эй, обленились. Стреляй, закидывай их. В принципе, они слабаки. Сейчас мы всех тут милишников всяких попризываем. Сказителя, кстати, надо сразу призвать. О, сверху, смотри, какой крутой идет. Хоч? Кибер Кенни? Смысл? Давай мелких вызовем. О, наконец-то я до Кайла докопался. Там сейчас уже, по ходу дела, босс будет. Так, Кайл есть. А, я же не смогу его призывать, он же против меня как раз-таки. Точняк, а я такой стою и жду. Я сейчас всех вызову уже. Где босс-то? Вот он. Бз. Моя кибернетическая команда. Командная комната уже рядом. Но я еще даже не начал разыгрывать свои лучшие карты. Бз. Ну давай. Цифровой Стэн. Что он скажет? Ну-ка. Что, сразу в бой? Ну ты вообще ленивый, цифровой Стэн. Мог бы что-нибудь сказать крутое. Добавляем дамаги. И валим его, как делать. Бабах, нифига себе, он всех заморозил. Ну это было легко. Я думаю, пятый круг точно его можно прочистить элементарно. Но в любом случае, с него же падают вкусняхи. Руки вон, а руки мне нужны. Только где их взять? О, руки, 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 руки. Нет, это не руки. И это не руки. Ладно. Чувак, новичок, просто имба. Или может, это ты не владеешь телефоном? Как он его тральнул-то? Ладно. Продвигаемся дальше. А, я хотел вам показать, знаете, что еще? У меня есть тут колода. Другая. Другая, просто другая колода. Я ее собрал. Я ее сильно не прокачивал. Вот такая вот
колоденючка. На хилах, на хилах. Ей интересно играть, забавно. Там вообще почти нереально кого-то потерять. Заходим. Эй, новичок, не хочешь сообщить этому уважаемому бизнесмену данные своей кредитки? У него есть отличное предложение. И очень даже дешево. У меня не получилось уйти без покупки. Вот это товары. О, сексапильная монашка Рэнди. Тоже мне недавно выпала только. Хорош меня замораживать. Ну-ка, давай-ка сплодимся. Хоп. И вот так вот. Как по мне, в таких вот ПВЕшках, такие парни, они вообще топ. То есть он постоянно генерирует дополнительные войска. Ну это же круто, круто. Чего тут? Чего вы оставили-то, парня? Кстати, а где мой весь хил? Куда хил делся? О, женщина, здрасте. Макрицу кинули в меня. Сьорт, побери. Сейчас мы женщину-врач засунем сюда. У меня еще регенерация есть. Я буду топ-1 этого сервера. А, уже. Бз, ты не оставляешь мне выбора, новичок. Пора играть по-крупному. Морпех, Крейг. Тоже мне крупный. Это самая простая карта, которую я получил, но так и не понял, зачем она нужна, поэтому... Ну, он сейчас плюнет, конечно, там всех заразит вокруг главного. Ох, мать твою, что в пистолете, морпех, Крейг? Ха-ха, смесь мочи и слизи из мусорного бака в доме Кенни. Хорош. Убийственное сочетание. И регенерацию на мочи. У-ху! А теперь добавляем просто бам-бамчика. Хорош, а? Как мы его очень быстро вальнули. Регенерация по плюс 29, она третьего уровня, ребят. И, а если еще один уровень сделать, она будет по 40 вообще регенить. Представляете, по 40. О, новое достижение, улица гнева. Что-то я сделал. Чипы? Ну, чипы чипами. Ну, чипы прикольно, хочется. Ну, конечно же, я их не возьму. За 2 бакса открыл 1 бакс. Привет, Витя. Как дела? Только я так могу. Вот такая вот колода. Она слабо качанная, кстати. Без заморочек. Ну, потому что если качать и основную колоду, и эту, это нужно слишком много денег. Ну и райончик у Кенни. Ох, я видел, как крысы жрали опоссума. Нет, неужели мистера Попси? Или Пози? Тимми, Тимми, Тимми. Мочи! Сейчас мы это завалят плодителя. Нужна женщина-врач. Срочно. Лечить плодителя. Лечи плодителя. Плоди, плодитель. Хе-хей. Заморозочка. Я, говорит, дерусь грязно? Он сказал, я дерусь грязно, да? Тик. Лечи. О, не попал по ней. По ней, по нему. По ней не попал тоже мне. Плодить. Ох, много маленьких гнильчиков бежит. Это же эти кальсонные гномы. Лечить. Вот это хороший залечь. Я думал, может быть, Венди взять, знаете? Лечащая Венди есть. Но она лечит троих ближайших только. А когда ты в ПВЕ идешь, тут всех лечить надо, а не ближайших. Вот поэтому я решил взять все-таки тетку. Блин, тут две башни еще. Пора использовать абсолютную технологию. И кто же это будет? Меха Тимми Легендарка! Контролирует ближайшего врага в течение 3 секунд. Он еще и летающий. Ёлки-палки, я хочу!
Он летает и стреляет. Боже мой, почему у меня нет легендарок? Я смотрю на них и офигеваю. Но сколько они... А, нет, он не летает. Ну какая разница, это танк-стрелок, ребят. Тимми! Осторожнее, новичок. Меха Тимми тот еще жулик. Он может подчинять разум твоих союзников. Вообще бомба. Тимми! Ладно. Ругеночку. Добавляем выстрелов. Кидаем Гермеса. В атаку. Оу. Быстро он как-то кочурился в этот раз, да? Я помню в Саус Парке. В Fractured Bad Hole я его долго мутузил. Я знаю. Лол. Чего? Это должно было прийти 4 часа назад. Связь здесь просто отстой. Да ладно, народ, не так уж все и плохо. Именно. Ару. Еще одно сообщение 4-часовой давности. Мне сегодня явно не везет с открыванием шкафчиков, честно. Я даже не буду деньги на это тратить. Ну, доллары, которые. Ну, не везет, значит, не трать. Зачем так заморачиваться? Так, и что, сейчас ПВП, да? А, нет, еще не ПВП. Цифра Стэн! Мне он нужен. Вот так вот просто цифрового Стэна дают. Блин, ребят, вот это вот, вот если я его не вытащу, это будет плохо. Я, наверное, даже до 10 баксов дойду. Половину. 50% шанс у меня будет, что я его вытащу. Посмотрим. Ладно. С кого бы начать? Сексапильные монашки? По балде. Ну, кстати, неплохо. Там у него и повреждения хорошенькие, и ХП есть. Ну вот, для ПВЕ нормально. Вот честно, в ПВП я вообще не вижу применения ему. ПВЕ очень даже неплохо. Где? Я же мог прожать регенерацию. А, пока народ не появится вражеский. Обилки не работают. Нейтан, давай. Защищай задок. Накидали просто парня. Ну, неплохо идем, я пока спамить ничего не буду. Чтобы быстро не убивать. А, ну нормально. Нормально, уже пришел. Бз. Тебе удалось достичь моей последней линии обороны. Попробуй-ка эту карту на зуб. Тоже легендарка какая-то. Нет, электрический кулак. Охотник за головами замораживает вражеского лидера первым ударом. И чего там такого? Он сейчас к нам подбежит, ему сейчас... Иногда размер не имеет значения. Не утешай себя. Не утешай себя, парень. Сейчас тебе наваляют. Просто вообще изи. Такое изи. Такая поза. Сейчас я, говорю, что-то сделаю. Да. Да ладно! Да, детка с первой карты вытащил. Хорош. Дальше не поперло, ладно. Я сделал, что надо. Убей рыжего, сделай мир лучше. Я не смогу найти мои ачивки. Очки, а, я не могу найти свои очки. Ну ладно, потерял. Слушайте, мне нужна еще одна карта, я смогу прокачать его. Опа-на. А, ПВП. 4 матча. Какой? 4 матча требует. Да давай, сыграем один бой. Итак, снова 11 уровень. Сейчас легендарки пойдут. Ох, к
Кстати, да, я решил все-таки пока цифрового заменить на обратно на Кайла с попугаем. О, опять заговорился. А, потому что... Да, вот так. Ну, я же сказал, сейчас легендарки пойдут. Но это очевидно было. О, боже мой. Что там насрало на нас еще? Молодец. Насрал, очистил. Победит парень-то. Нормально, вальнули. Вальнули толстого. Ух, справились. Так вот, потому что этот цифровой, он же, понимаете, он какой-то... Не знаю, он... В общем, его зачастую могут завалить, и ты даже не успеешь прокастить. То есть его нужно из-под танка запускать. А вот из-под такого, например, танка запускать. Но у меня нету танка нормального, понимаете, в чем беда? Нормально я там вальнул. Да, но нам не дали его добить. Хорошо, ладно, что, посражаемся. Сейчас опять как чел медведес именно выкатит. Вот номер будет. Оп. Медовишки. Так, ты лучше зачистил уже. У тебя в прошлый раз так хорошо получилось очистить это и все. Блин, триплшот не успел сделать. Да как так-то? Не, парень, тебе тут не рады. Ха, он даже пукнуть не успел. Ну, давай. Че, правда, что ли? Вот так вот просто? Интернет, что ли, сел? О, понятно. Ну, смотри, это карается вот такой штукой. Давай! Мочи! Не успел добить. Ну, сейчас я могу питать, если не пробью его. О, пробил. Просто парень закатал. Ну, чел медведосвин, видите? Блин, вообще топовая штука. Твою мать, оно живое! Ну, 7 ман, единственное, что мне не нравится в нем. Ну, кстати, под таким бы танком хорошо бы поиграть. Закинул так его, пока дойдет потихонечку, там уже наплодил. Ух, прям. Нормально, все, что надо, вытащил. Разбойник пик вообще не сдался. Вот так вот, ребят, я на Ноксе играю в этот... Щедевр. С рандомом божественным, от которого зубы скрипят, честно. Ну и ладно. Всем, ребятки, хорошее настроение. Надеюсь, вас рандом не обойдет стороной. Лайк ставьте, мотивируйте снимать дальше, если хотите продолжение. С друзьями делитесь, добавляйте плейлисты. До встречи, всего вам хорошего. Пока.